В центре Екатеринбурга отпраздновали победу в заявке на Универсиаду 2023. Спортивный праздник по случаю объявления Екатеринбурга городом проведения Всемирной летней универсиады 2023 года состоялся 6 июля в историческом сквере. Гостей мероприятия приветствовал губернатор Евгений Куйвашев. Я сегодня вместе с вами радуюсь тому, что в год 300-летия Екатеринбурга у нас здесь пройдет Всемирные студенческие игры универсиады. К этому времени нам действительно необходимо потрудиться, но прежде я, конечно же, хочу сказать слова благодарности. Благодарности нашему президенту, который поддержал заявку Екатеринбурга. Благодарность всем тем, кто продвигал заявку для того, чтобы состоялось положительное решение исполнительного комитета ФИСУ. И сегодня мы с вами пришли друг другу сказать слова поддержки в том, что мы действительно сделаем все, чтобы универсиада в 2023 году стала очень ярким и запоминающимся спортивным событием. Событием, которого будут помнить миллионы наших гостей. Как отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, право проведения универсиады позволит городу сделать следующий шаг вперед. Безусловно, этот выбор был сделан на базе уже имеющихся успехов города, на базе уже имеющихся сданных нами экзаменов, в том числе проведение чемпионата мира по футболу, которое было признано одним из лучших в истории, и наш город участвовал в этом процессе. Все это сделано трудом горожан. Мы идем в сторону мирового города, города мирового значения, и становимся в один ряд с крупнейшими мировыми городами. Сегодня у нас праздник. Завтра начнется большая, трудная работа. Гостям праздника также обратился ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. Он отметил, что универсиада оставит после себя большое наследие, которое будет многие годы служить и студентам, и преподавателям вуза. От универсиады останется прекрасный студенческий городок. Деревня универсиады, которая будет превращена в лучший кампус университета, который только есть в России. Самый современный, современный по дизайну, самый удобный для студентов и преподавателей. Там будут размещены десятки лабораторий исследовательских. Там будут реализовываться самые лучшие образовательные программы для студентов со всей России и из-за рубежа. И, конечно же, те спортивные объекты, которые будут построены в рамках подготовки к универсиаде, они будут использоваться студенческими спортивными командами. И, конечно, все это повлияет на лучшие спортивные и учебные результаты наших студентов. Спортивный праздник продолжался до самого вечера. Работал презентационный парк Всемирной летней универсиады 2023 с активностями для всей семьи, людей любого возраста, интересов и спортивной подготовки. Ключевым элементом парка стал спортивный батутный городок, в котором горожане продемонстрировали свою физическую форму.